вспомните, чем вы занимались год назад, сильно ли изменилась ваша жизнь. У 38% респондентов, ответивших на этот вопрос в нашей группе «Ветта ВКонтакте», жизнь никак не изменилась. А вот 31% признался, что проблем стало больше. Кардинально изменилась жизнь у 21% опрошенных. И только у 10% возможностей стало больше. Год назад, конечно, было все веселее и проще, но мне сейчас тоже нравится более спокойно, более можно о себе подумать, отдохнуть, позаниматься какими-то любимыми делами, и спокойнее, более работа идет на самом деле. Не знаю, в этом есть какая-то даже, как ни прискорбно, но прелесть. Там более энергично тот год был, этот более в релаксе, пусть и вынужденным. Ну, конечно, изменилось. Не было же коронавируса там. Работа была, стабильность более-менее была. Сейчас нет этого. Да, конечно, изменилось в связи с последними событиями. Сейчас я работаю удаленно. Это дает преимущество по времени. Я могу больше заниматься своими увлечениями и могу набрать больше навыков и способностей по своей профессии. В связи с пандемией в худшую, ну, потому что нет толком работы, денег и так далее. А так все по-прежнему. Да, изменилось. Я очень хорошо отдохнула за период самоизоляции. Стабильность – это самое лучшее. В общем, стабильность. Она продолжается уже много лет, эта стабильность. Плюс отдых.